Ну что, какой-то праздник шоколада здесь будет. Бодя рассказал, что здесь было самое одно из первых поселений французов на Пи-Ай. И эти французские семьи, они привезли рецепты европейского шоколада из Франции. И вот на протяжении последних сколько-то там 200 лет они здесь делают этот шоколад. Фонтанчик. Тут все в таких костюмах клевеньких, смотрите. Так, а это клубника в шоколаде. Ну что, Макс, как она? Носи шоколад. Да. Як тобі, Тарас, смачно? Як шоколад сам? Такие тетеньки классные. Ну, конечно, можно купить конфетки. В общем, здесь и сладенькое можно поесть, и обычную еду тоже. Так, у меня Acadian fish cake. Это такая рыбка, картошечка, по-моему, да, и с лучком. И какой-то интересный соус такой с помидорами. Принц Эдвард Айлендовский. Так, а это meat pie, да. Это, ну, не знаю, как беляш, наверное, похоже. Да, хлопчики, это ось вам обувь. А это горячий шоколад. Настоящий горячий шоколад. Принц Эдвард Айленд. Интересно, что вкус у него не такой, даже вот как горячий шоколад по-львивски, кто любит майстерню шоколаду. Другой класс. Тест. Тест. Моя кава? Хорошая, подобается. Не такий, як у майстерні шоколаду, правда? Незвичайний. Гіркий, якийсь спайсі такий трошки. Але прикольний. Смачно. Цукру взагалі немає. В общем, вот этот шоколад. Смотрите, что внутри. Ну, какао, понятно, немножко сахара, какао-масло, приправы, spices, они чили немножко кладут. Вот, в общем, такое интересное. Важко, Макси, писать? В общем, смотрите, как писали письма в 1735 году. Они экономили бумагу, поэтому сначала писали, ну, как обычно, да, потом переворачивали и продолжали писать вот так вот, чтобы экономить бумагу. Это 1735 год. Французы, которые приехали сюда из Европы. А булочка как вам? Враження. Спробуй пройтися, Макс. Так, ну 1735 рік, да, от такі шапейки дітки носили. Один набор одежди на год був. Як тобі ці черевики? Гарно? Гарно? Я піду тату. Ні, не можна виходити. Ні. Можемо мені спробувати? Ото це діло. Тут ще каву продають. Треба спробувати каву. А вона якась така печененька. Це спайсі, правда? А що заїхали? Вообще просто. Пощастило. Тут теж такі одежки. Сюрп. О, зараз.
попробуй. Это там заценишь, зачекай.